Добрый день. Находясь на карантине, мы решили освоить изготовление и запуск мыльных пузырей. Для этого мы приготовили вот такую эмульсию. Сейчас я расскажу, как ее делать. Для этого нужно концентрация. Стакан воды наливаете. 2 столовых ложки жидкого мыла добавляете. Покупаете глицерин. 1 столовая ложка. Глицерин продается в аптеке. Пузырек стоит 25 рублей. И 1 столовая ложка сахара. Сахар закрепляет, делает пузыри более твердые, более не позволяет им лопаться. Сейчас я покажу. Вот такая вот у меня трубочка. Сейчас я покажу, какие получаются мыльные пузыри. Главный зритель пришел к тебе. Ну, примерно вот такие вот размером. Еще мы можно делать вот так вот. Тут мы уж пробуем, изгаляемся через увлажнитель воздуха. Надувается. И аккуратно его несем в коврику. Ах ты, хлопнул. Ладно, повторим. Надо коврик поближе. Потому что, напомните, он лежит, и наши животные любят им играться. Вот такие вот получаются через этот. Как будто с дымом. Большой я не смогу надуть. Такой у него лопается, как с дымом. Но если человек курит, можно попробовать сигареты с дымом. Будет очень получаться красиво. Но я не курю, поэтому то, что он падает у меня все время. Никак не дымится до ковра. А дым поменьше. Хочу на ковер его положить. Ай ты. Вот так вот шарик прыгает. Ух. Сейчас еще попробую небольшой. Вот такой вот. Вот, вот. Буся, где шарик? Зена, где шарик? Кошку нас любит к нему подбегать, но сейчас что-то застеснялось на камеру. Буся. Зена, где шарик? Где? Зена. Опа! Лопнула. Еще мы любим шары пускать с балкона. И соревнуемся с женой. Пускаем шар, вначале я, потом она. Засекаем время. И чей шар будет дольше лететь по времени, лавируя между деревьями, проводами и этим. Но сейчас ветер, навряд ли получится. Вон, погнал. По-моему, уже лопнул. Ну, ветер его сгоняет сюда. Он погнал. И засекаем так по времени.
чай дольше продержится. Да, считается, хоть этот. Если лопнул об дерево, сразу же или об балкон, то ты проиграл. Он полетел мой далеко. Я уже его не вижу. Ну как вот так вот развлекаем себя. Хоть освоил, с детства я любил эти мыльные пузыри, но сейчас освоил рецепт приготовления. Сильный ветер. Ага. Так что развлекайтесь, делайте пузыри, радуйте детей и себя. Всем привет и пока. Все, не болейте, главное. Не болейте. Все, пока.